девочки рассказать стихи про маму и поздравить наших мам с 8 марта. Бабочки тоже выходят. Олечка, выходи. Лизочка, выходи. Так. Олечка, начинай. 8 марта. 8 марта поздравляю свою мамочку, любя. Жизни радостно желаю, счастья, радости, добра. Для меня... С 8 марта поздравляю мамочку, бабулю. И с любовью им желаю жизнь золотую. Счастья вам, любви, добра и чудес волшебных. Смеха, радости, тепла, дни великолепных. Я сегодня расскажу. Yeah.
Мальчики Пит, Ник и Май, которых сегодня играют Дима, Тёмочка и Никита, уселись отдохнуть после игры в футбол. Димочка. Футбол is a nice game. Тёмочка, you're right. Никита, yes. Yes, футбол. Футбол very much. И тут они после обсуждения игры в футбол видят пожилую женщину. Она несет тяжелую сумочку, очень устала, и положила ее и стоит немножко отдыхать. Мальчики начали ее обсуждать. Тёмочка говорит, посмотрите на эту пожилую женщину. Look at this. Посмотрите-ка на нее, Никита, да она, похоже, вовсе и ходить-то не умеет. She can't walk. А мальчик Пит ничего не сказал на эти их слова. Он подошел и предложил свою помощь. Громко, Мэй. May I help you to carry your bag? Thank you very much. It's very kind of you. Помогай бабушке, возьми сумочку и проводи ее, пожалуйста. А мальчик не понимает, а чего он стал ей помогать? Никита говорит, думаю, что она его бабушка. I think. Grandfather. Молодец. А Тёмочка говорит, а может он просто знает ее, и она живет в его доме. Мальчик Пит тем временем возвращается на место. И ребята начинают допытываться, что ж такое, чего ты ей помогал. Никиточка, может она твоя бабушка? А может живет в твоем доме? Может, в доме она твоем живет? А кто же она тогда? Вот и Шизе. Кто она тогда? Пойдем, пожалуйста, Димуся. А я вовсе ее не знаю. I don't know. Она просто пожилая женщина. She is just an old woman. В чем наша цель? О том, что нужно помогать не только родной бабушке, не только тому, кого вы знаете, а любой пожилой женщине. Молодцы, ребята.
Я слышу.